Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Гусуня, Кисми, Угабуга, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Однако всем здравствуйте. Давно вы ждали рубрику «Аниматроники пугают охранника на новой карте». Испечь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, пацаны, это первый день на нашей работе, мы должны очень хорошо отработать, чтобы нас не уволили. Это уже третья пиццерия, с которой нас уволят, если мы опять накосячим. Так, мы должны сделать обход, пошлите. Идем. Это какая-то новая пиццерия. Да, очень круто все сделал. Смотрите, тут кровь. Значит, тут что-то происходило. Так, если что, будем полицию вызывать. Так, тут мох растет. Так это заброшенная пиццерия или рабочая? Вроде бы как рабочая. Опа, аниматроник стоит. Это то, что от него осталось. Очень страшный. Нифига себе, у него зубы острые. Вот тут забито, заколочено все. Давайте договоримся, пацаны и девчонки, сразу, если вам понравится эта серия, вы обязательно влупите лайкосик, подпишитесь и залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. И кто хочет, может даже попасть к нам в ролик. Очень антуражно и страшно здесь, да, пацаны? Ну да, да. Какие плакаты прикольные, да? Да. Круто. Так, ой, это показалось? Этот проход? Да. Рабочее место. Блин, двери сами закрываются. Я испугался, что что-то скрипит. О, вот главный зал, смотрите. Красиво как-то. Да, здесь нормально, как бы ремонтов нету. Наверное, это там просто разрушено все. Здесь все четко. Да, блин, я боюсь каждого звука. Вы стул ранили, блин. Ё-моё, я боюсь. О, игровые автоматы. Смотрите, как прикольно все сделано. Поиграть можно? Можно. Она большая, она очень большая, да, это пиццерия? Ну просто гигантская. Так, а что здесь? Так, вентиляция здесь и какой-то зал. Так, тут окно разбито. Ого, выбили окно. Так, ну давайте посмотрим, что здесь. Везде свет мигает. Походу, а это кнопка? Знаешь, свет, скорее всего. А это что за кнопка? А это вентиляцию походу... закрывать. Да, они походу работали, но сейчас это заброшенный, как его офис, и теперь он не работает. Так, понял, хорошо. А что это за цифры 523-75? Не знаю, может какой-то код. Запомните, пацаны, эти цифры, мне кажется, это какой-то код. Посмотрим. Табличка, руки не сувать. It's me. Нифига себе тут. О. Ты везде свет выключил. Хорошо. Так, рубильники работают, значит не заброшенные. Так, тут какое-то рабочее место. Это директор тут сидит. Кофемашинка. Нормально здесь отдыхает. Так, здесь что? Так, здесь таблички. Скользко. Это получается уборная, да, здесь. Да. Что, двери сами закрываются? Это автоматические двери. Так, мы круг сделали, мы вернулись. Так, мы вернулись. Я знаю, пацаны, куда нам надо дальше идти. Идемте за мной. О, аниматроник сидит. О, тут кнопка включения есть. Смотрите, сейчас нажму. Так. Включение. О! Отойдите. Так, сканирование. Он. Сканирование. Личности не опознаны. Уничтожить. Бегите! Уничтожить. Бегите быстрей! Я запрятался. Блин, очень страшно. Включу ночной режим. Так, я в офисе, пацаны. Что это за аниматор? Вот он идет. Вон. Давай, иди сюда, быстрей. Быстрее, за мной, за мной, за мной. Уничтожить. Бегите. А! Бегите. Быстрей, быстрее, за мной. Он в вентиляции не может лазить. Да. Нет, он бежит. Все, стоим. Выключите фонарики, может он не увидит. Ушел, слава богу. Я его боюсь. Так, давай, Владимир, давайте. Выходим. Нет, он стоит. Стоит. Ошибка, ошибка, выключение питания. Он нас не нашел, поэтому он выключился. Так, давайте тогда не близко к нему не подходить, потому что вдруг он снова включится. Да, я не хочу. Чтобы... И что, он будет просто сидеть здесь? Ну, походу, да. Если мы опять что-то здесь натворим, нас уволят. Третья пиццерия. Нас везде увольняют, мы самые лучшие охранники. Блин, так. Только непонятно, чья кровь.
Ну вот ты понимаешь, если аниматроник нас опознал как врагов, значит, это предыдущие охранники? И вот тут, да. Так, ну он сидит еще здесь. Да, ну ничего, я не нажимаю ничего, просто на него посмотрю. Просто сидит. Очень странный аниматроник. Слышите? Слышите? Да. Так, идем. За стенкой будто. Звук отсюда был. Вот он. Вот он. А он добрый? Как вы думаете, он агрессивный? Не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, вроде глаза добрые у него. Здравствуй. Сканирование. Не шевелитесь. Стоим. Потому что тогда он не распознал нас. Мы свои. О, пацаны, взял кто-то ID-карту показать ему, что мы охранники? Тихо. Так. Личности распознаны. Сотрудники пиццерии. А, все. Отлично, он нас узнал. А почему тот нас не узнал? Не знаю, может он... Мы тогда двигались, он не распознал наши бейджики, что шумы. Может быть. Нет, ошибка, ошибка, включен агрессивный режим. Бегите! Бежим! Блин, ой. Давай, сюда, нет. Сюда. Быстрей. Нет. Мы его обманули, есть. Нет, он сзади. Это сработало, нет. Там пиццерия вся оживает. Он за нами бежит. Так, давай. Быстрей. Сюда бежит. Так, обходит, пацаны. Мы его можем обманывать. А, нет. Есть. Нет, Саня. Цель уничтожена. Тим, ты где? Я здесь, я сзади него, он меня не видит. Будь очень осторожен, очень. Я к тебе иду. Давай, я тебя жду. Блин, бедный Саня. Санёчек. Может, скорую вызвать? Блин. Что же делать? Что это было? Саня, ты... живой. Я живой, да. Он так меня испугал, я так испугался. Вызовите, пожалуйста, скорую. Блин, Санёчек, все нормально? Давай. Ноги целые? Вроде целые, но у меня что-то с сердцем. Так, сейчас, Дим, я вызываю номер. Он меня слишком сильно напугал. Я понял, так, лежи, не двигайся. Так, я звоню. Алло, скорая? Приезжайте. В пиццерию. Ну, друг наш упал. Ага. Вызвал? Дим, они скоро будут, да. Отлично. Например? Я слышу еще одного аниматроника. Где-то он ходит. Где он? Ты его видишь? Я что-то видел. Так, я иду к тебе. Либо это галлюцинация, либо я не знаю. Так, ну тут никого нету. А! Смотри! Он с правой стороны был невидимым. Прям возле тебя был. Так, вот будь внимателен. Будь внимателен. Вот он. Бегите. Что он сказал? Бегите. Бегите? Бежим. От чего? Я запрятался. Я тоже вот сюда. Так, сиди. Давай посмотрим, что дальше будет. Это будет ждать скорую только, и все. Блин, я камеры не могу переключить никак. Слышишь? Давай. Песня какая-то. Нет, идет, какой-то звук ходьбы. Сейчас посмотрю. Вот он идет. О, слышишь, какие-то у него замыкания? Так, отходи. Давай, быстрей. Давай ко мне, Дим. Он разрушенный. Я не понимаю, что он говорит. Помогите. Тебе мне это кажется? Или там человеческие глаза? Да. Внутри человек сидит. Это может предыдущий охранник быть? Может быть. Да. И он хочет нас засунуть тоже вовнутрь. Боже, что творится? Может, табельное оружие возьмем? Блин, я переживаю за гусанька, чтобы скорая быстрее приехала. Он стоит на него, смотрит. Так, что дальше он будет делать? Не трогает, вроде осматривает будто. Если что, открой огонь на поражение. Найти костюм для новичка. Он хочет его засунуть вовнутрь. Аниматроника.
Давай оттащим его. Давай его оттащим в подсобку. Так, давай, гусанёчек, осторожно. Сильно больно идти? Ну, такое, чуть-чуть есть, хромая. Назад, он там стоит. Где? Вон он в проходе стоит. Так, закроем дверь. Так, давайте, может, в одну из дверей меня... Да, давай, сюда, заходи. Давай сюда, я тебя держу, давай. Так, если что, я отвлеку его. Так, он стоит. Давайте. Ой, Сань, давай. Это другой аниматроник. Фух. Дима, иди к нам быстрее. Иду. Мы тут забаррикадируемся хотя бы. Все, хорошо, будем тут сидеть. Так, у тебя ключи же должны быть. Да, сейчас закрою. Открывай. Так, подожди, тут дверь открывается. Слышите, аниматроник идет. Пацаны, сидите, я буду вас охранять. Не бойтесь. Сань, сиди тихо. Я Фокси вижу за дверью, я видел его руку. Дверь закрыта на ключ, он не сможет сюда пройти. Так, я слышу, он там что-то делает. Вот он стоит. Открыть не может дверь. Так, песни поет. Хорошо. А, я могу обойти, в принципе, и на него посмотреть. Так, бегу. Дим, ты там? Да, я его ищу. Хорошо. А сейчас, где он? Он же... А, вот он! Возле другого аниматроника стоит. Будь осторожен. Я иду, я ухожу. Он за мной. Он меня увидел. Так, я слышу, идет. Что же случилось с тобой? Я отомщу. Нет. Нет. Он не сможет пройти. Он вентиляцию не может заходить. Это очень хорошо. Нет. Блин. Он мне не дает выйти. Так, там тупик. А! Нет. Блин, пацаны, он меня окружил. Так, сейчас. Блин, сейчас я его обману. Резко бегу. Нет!